Всем привет! Меня зовут Ксения, я рада приветствовать вас на моем канале YouTube. Сегодня мы приехали в природный парк Тэчондэ. Если вы вдруг устанете от энергичного и шумного Пусана, то обязательно приезжайте сюда. Скалистое морское побережье, много зелени и захватывающие морские пейзажи. Все это вы найдете здесь, в Тэчондэ. Сегодня отправной точкой моего путешествия станет Пусан-Ёк. Здесь я собираюсь сесть на автобус, который довезет меня до Тэчондэ. Я до конца не знала, какой автобус мне нужен, поэтому обратилась в туристический центр, где мне подсказали, что если я сяду на 88 или 101 автобус, то конечной станцией этого маршрута будет Тэчондэ. Обратите внимание, что если вы перейдете дорогу от Пусан-Ёк, будет очень много остановок, поэтому проверьте, есть ли на стенде номер вашего автобуса, а именно 88 и 101. Билет на такой поезд стоит 2000 вон, и ним вы сможете воспользоваться несколько раз. Сейчас я приехала на смотровую площадку. Смотрите, какой великолепный открывается вид здесь. И это только первое место, которое я посетила, но мне уже сильно нравится. Смотрите, как... это просто очень здорово. На Тэчондэ обязательно поднимитесь на маяк. Здесь открываются безумные виды. Очень здорово, очень красиво.
интересно, что купив один раз билет, вы можете воспользоваться им несколько раз. Допустим, вы можете выйти на одной достопримечательности, посмотреть все, дождаться поезда и опять сесть на него, и опять приехать до того места, которое вам нужно. Друзья, ну и на этом наше путешествие подошло к концу. Я благодарю вас за внимание и увидимся в следующем прекрасном пусанском месте. Пока-пока!